مرحبا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زين. معكم علي من قناه زيرو جيم. قبل لا يدل بهذا الفيديو، لا تشغل زر اللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا. طبعا شباب، اتذكرت شغله، اللي يلعب ديسيجن السادس فما اقل راح احصل على صندوق كلاسيك زائد سكن خرافي، ندرته يمكن حمراء او ورديه، المهم ميثيك او ليجندري. المهم بهذا المقطع راح نطلع تسريبات السيزون 13. ادري من وقت وادري كل شيء، بس الشركة طلعت لنا كم مسكين وكم تسريب وكم مسكين خوذة وجنطة وسيارات، يعني كلها حلوات. طبعا شباب، هاي الشغلات الوردية ندرتها راح تقدر تطور السيارة او الدراجة مثل لست. Каждый знает, что везет тому, кто сам везет. Поэтому басота топит в топы, братик. Ведь в этом аэропорту не все идут на взлет. Баланс на карте — это лишь итог. Зачем тебе валюта, если тело решету? Зачем банты, если полковник тот, что на откате? Может, в секунду обанкротит твое о-о-о. Не больно падать, главное подняться. В моей обойме, братья, что не боятся въебаться. И если вдруг ты нам случайно перешел дорогу, тебя отправят либо с Богом, либо к Богу. По магистрали карится Range Rover Vogue. За рулем тот, кого не верили, но он вдруг смог. И нас таких тут легионы в поисках удачи. Дрожит земля, это медведи выходят из печки. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Походу мы преподавали там, где вас учили. Я вырезал пиздеж, как яблоко ножом от гнили. Шепот или вы просто тихо говорили. Но мы уловили суть дела, без суда судили. Борт загружен, все поплыли. Близких рук с годами уже, так как мысли шире. Только так, никак иначе, если так решили. Кружили, делили, каялись, когда грешили. В бесшумном режиме чаще громкие дела. Все хотят жить слаще, чем до этого была. Она тяжела и манит куча легкого бабла. Все по делу, все по сути, а не просто на бла-бла. Наглый ход спланирован, транспорт затонирован. Корабль в порт прибудет, как бы он там не лавировал. Внезапно встанет каша в горле, каша у ваших акцент от прибывших на выдохе промолвит Раша. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен.